Шесть человек спасли из горящего дома в Зеленодольске. Пожар вспыхнул в одной из квартир на четвертом этаже дома по улице Шустова. Огнеборцам пришлось эвакуировать людей с верхних этажей, а также вытащить 34-летнего мужчину, хозяина горящей квартиры. Он отравился угарным газом, но его сразу привели в чувство. От госпитализации пострадавший отказался. Площадь пожара составила чуть более 20 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.